Привет. Это опять Metal Gear. У меня что-то сзади там болтается. Собирайте отряды, отправляйте их на задания. Персонал боевого и других отрядов вместе с трофейным транспортом можно отправлять на задания для получения этой фигни, различных ресурсов и даже новых сотрудников. Так, выберите внешнее задание. Награда за каждое внешнее задание зависит от его цели и сложности. Внимательно изучите вероятность успешного выполнения, прогнозируемые потери и награды всех доступных заданий. У меня есть теперь боевой отряд, даже три. Укажите ранг персонала, который вы хотите отправить на задание. Сразу бы так сделали. То есть везде прогнозируемые потери 3%. Вероятность успеха 95%. Ну давай самый крутой отправим. Когда внешнее задание будет выполнено, вы получите уведомление. Пока ваш отряд не вернулся, вы можете сами отправиться на задание. До этого было целая куча внешних заданий. Три дня? Это настоящие три дня? Или игровые? Вероятность 100%. Где отряды мои? И тут нет ничего. Ой, все. Мне вертолет нужен. Ничего больше не могу построить, могу. Это вообще не знаю, где будет, далеко опять. Главная платформа. И что улучшится? Так, число палуб 2, боевое подразделение, лимит персонала 35. Ладно, давай улучшим. Платформа поддержки. 54 минуты. Ой. Могли бы сами это все делать. А у меня какая пушка? Для этого что надо? 17 уровень научно-исследовательского подразделения. 20 уровень. Блин, я надеюсь, он не вывалится за борт. Ладно, он летит.
Нет. Ладно, мне вертолет нужен. Где он? Мог бы поторопиться. Мог бы и не улетать вообще сюда. Для начала. А карту другую выбрать нельзя? Здесь ты зачем? Что за бред? Он же просто летит куда надо. В пустыню. Или он тут кружить будет? Что выполнено? By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own aerial command center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Можно использовать для покупки акваторий, уменьшения времени разработки и ускорения внешних заданий. Награды только в вертолете получить можно. Награда за внешние задания. Персонал. Зачем эта эмблема нужна? Ничего же не меняется, алло. А где та прокачка-то? Где за монеты можно улучшать то, о чем говорили? Это нечестно. Они даже не сказали, где я могу это посмотреть. Я на это потратил минут 10. Могли бы и конкретнее говорить, где и как прокачивать что. А
надеюсь, мои пусковые установки обновилось. Все. А то у меня ракет-то не осталось. Боже, что он говорил? Я не читал. Он про разработку какую-то сказал. О, да, у меня даже нет моей пусковой установки. Ее каждый раз скидывать надо. Там растения какие-то. Supply drop complete. Это здесь я с ней воевал, да? Все, я готов. Скачем. Это будет очень долго, как всегда. Это уйдет еще минут 10. Если не 15. Ну, скачи, давай, там машина есть. Можно угнать ее. Фары отключить нельзя. Меня сейчас засекут. Ну все, у них сейчас там усиленная охрана будет. Зачем у них так много постов? Могли бы один поставить где-нибудь, все. Нет, наставили тут по всей карте. Хоть туда еду-то. Может, чуточку быстрее ехать. Ну, опять. Ладно, план Б. Да остановись. Мы почти приехали. Только вот ушло действительно много времени. Почему нельзя меня было где-нибудь поближе эвакуировать? Эвакуировать, сбросить.
Я рассчитывал то, что она до конца поедет и врежется туда. Ты не мог кирпич на педаль положить, что ли? Кто меня увидел? Прошел по стелсу, отлично. Никто не узнает, что я пришел. Стелс-мастер уже в пути. Буря опять. Они меня еще и видят. Добей. Долго ты перезаряжаешься? Как открыть? Не помогло, да? А, сначала всех убить надо. Да сдохни ты. Один выжил. Да сдохни ты. Чего живучие такие? Лучше бы у него была снайперская винтовка. Долго еще тревога, что ли, отработать будет? Да там вон один только прется. Ну, чтобы по стелсу убить. Там еще машина приехала. Все, может, я могу зайти?
Ура! Unit function extraction arrived at mother base. Я не виноват, они сами меня заметили и нападать стали. Я хотел по-тихому дойти. Но там крысёныш какой-то стоял. You're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards, traitor. To the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We still have use for him. Мог бы пальнуть из своей пусковой установки по ним. А потом взорвать этого робота. А мне тут как раз и нужен, да? Которого с лестницы скинули. Дорога в ад. Опять глушитель почти сломался. Его даже на магазин не хватает. Да ну возьми.
Intel. That's fine. Obtained. Analyzing the intel file you picked up. We've got a fix on the target. I've updated your map info. Check it on your iDroid. О, да. Здесь я никак не выйду. Да ну, обойди. Ничего здесь нету. Ладно, сваливай. Please select a mission. Как его собрать? Тут один человек только. Один. Теперь еще полчаса ехать туда. Или скакать. Ну засыпай. А, и улетает сразу. Машина была, офигели ее забирать. Где мой конь? Их там очень много. От них не спрячешься, ладно. Нет, скачи. Офигели. Они не должны были меня с коня скидывать. Это вот нечестно было. Так бы я ускакал. Ну боже. Можно всех перемочить. Надо уничтожить его. Ладно. Понял.
Усни уже. Почему он говорит, вы круче врага? Ничем вы не круче меня. Ну все, можно их воровать. Теперь вы воюете за меня. А тут-то меня кто увидел? Отвалите от меня! Уроды! Ну, тупая лошадь. Мне сейчас скинуть с нее. Давай, змейка, беги. Круто. Они бомбят здесь уже вовсю. Беги! Сейчас упадет и разобьет. Да уж. Сейчас меня здесь опять заметят. Скачи давай. Detected.
Да ну сколько можно-то? Там будут еще посты, хотя вон я мужика вижу. Их там трое. Да ну вот зачем они смотрели? Они могли бы ходить с закрытыми глазами. Я влип. Кто стреляет? Ого, что это такое? Да стреляй! Жесть. Мне хана. Пусть я близко буду, пожалуйста. Да ну боже. Еще в шапке. Тут гребешок светится. Глушителя у меня нету. Вот с этого все пошло. Я так и знал, это сработает. Это прикольно так. Стоило ближе подойти. Блин, я не вижу это. Ярко. Нормально, он высунулся. Я хотел сначала ему просто прожектор разбить, но не очень-то получалось. Сколько тут растений?
Да ну как в него попасть второй раз? Выкручивай врага. Отлично, он умеет мотивировать. Мне бы такую машину. А у меня всего лишь лошадь. Вот тут шлемы защищают. Да ты чё, больной? Так, моя шапка один раз сработала или сколько? Он где-то здесь кричит. Выкручивай врага. Второй раз сработало. Может, я смогу занять его место? Да ну боже. Все, шапки нету. Почему у меня нет пулемета такого? Так и прикольно. Ой. Давай, беги. Нет. Боже, что это? Откуда я начну? Я рашил. Теперь другая шляпка. Выкручивай врага.
Надеюсь, он сейчас упадет и взорвется. Да. Почти сразу в голову попал. А вот эти двое, блин. А, у одной вон там пулемет. Повышителей-то у меня нету. Вот я тупой. Чтобы и не лез. А, эта шапка еще хуже, что ли, для полных лузеров? Потому что там-то они меня хоть видели. Это шапка лузера какого-то. Ну ладно. Зато на этой штуке покатаюсь. Она крутая. Привет, друг. Не видишь меня, да? Можешь жить, я не против. Только скажите, как туда попасть. It's not you, is it? Hey! It's just a machine. Are you? Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Extraction. Он мог бы скинуть его ноги, чтобы легче было бежать. I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Hang on a second. Let's use the walker here to escape. There's a special one to the lab. Only I can activate it.
and I'll tell you how to operate. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. It is a long way there. Why don't you use that walker gear of his? No way. Так это он их создал. До этого таких не было. I'll start it up. Get this off me. Here we go. Он и сам, наверное, сбежать хочет. They're single pilot machines. Он решил его оставить или что? У него такая рука нелепая. Это манекены, что ли? Хоть постреляю. Но эта штука не очень-то и быстрая. И буря песчаная. Где вертолет-то? Я бы на его месте улетел. Может, он там, а я его не вижу. Ладно.
Мне надо убегать. А сесть нельзя. Шапочка еще на мне. Ну, значит, он и трогает кто-нибудь. Что это такое? Я хотел на той машине поехать. Может, следовало этого доктора скинуть? Ай, ладно, я не буду возвращаться. Или вернуться. Ее жалко. И на ней быстрее. Сразу надо было так делать. Хотя, вряд ли на ней быстрее. Но зато прикольнее. И тут есть пулемет. И поза у него прикольная. Вот мой конь. Я на месте. Потом, наверное, придется с ним сражаться когда-нибудь. Его никак не взорвать. Улетай, чего ты ждешь? Может мне прекратить стрелять? Ладно, думаю, стоит остановиться, хотя... Bipedal weapon. In terms of hominids, it's a sahelanthropus. How did they complete it without me? We'll hear the rest back at base. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. I know we can do better next time.
Why do you suspect me? What did I do? I'm on your side. What about him? Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor, Snake! What's that? More truth serum? No. Stronger truth serum. Oh, please. Please keep me here. I need protection. Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Except you. Truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as 6 hours ago. I had no idea the nuclear inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do that research after the attack. You think he had a hand in it? I do. There's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. A Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RNA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Фигня. Как-то их много. Очень. Босс. Пока.